Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть в Бравл Старс. Ну что ж, друзья, надеюсь, ты ждал этот выпуск. Не забудь также поставить лайкосик, это очень важно. И если тут впервые, подпишись на канал. В общем, братишки, как ты видишь, я уже... Посмотри, там у нас сзади один сундучок, мега-ящик. Между прочим, здесь у нас... Ой, мышку приходится. 8 из 10, друзья. И 13 ящиков. Это, кстати, мое счастливое число, друзья, 13. Поэтому сегодня мы с тобой откроем ящичка где-то, наверное, 4. Вот, 4 ящичка. Еще заберем, кстати, новых... Ну-ка, сейчас мы с тобой посмотрим. О, большой ящик и просто ящик будет. Все, тогда отлично. Короче, а в следующей серии мы с тобой откроем все эти ящики. Это все без доната. То есть ты понимаешь, что будет действительно круто. Посмотрим, что будет. Многие как раз жалуются, то, что здесь много доната, но... Короче, друзья, у меня 400... Я, кстати, заглянул в магазин. Сейчас давай посмотрим, что у нас тут есть. Сверхредкий. Так, звездный магазин. Вот, особая акция. Большой ящик за 500. Вот, что мы еще с тобой можем сегодня получить. Один день, 16 часов. Но я думаю, я в следующей серии это сделаю, поэтому... Поэтому как-то так. Так, ну что же, друзья, надеюсь, вы готовы. Так, награда X20. Ух ты, нифига себе. То есть их можно еще, оказывается, удваивать, утраивать, пятеряривать, двадцатеряривать. В общем, захват кристаллов. По-моему, это новое событие, поэтому нам надо сейчас получить один мегаящик. Это по-любому сегодня мы с тобой немного... Я, друзья, как ты заметил, можешь посмотреть всякие различные ранги. То есть видишь там сначала менее редкие, ну-ка, больше всего трофеев, меньше, ближе к новому уровень силы. Сначала более редкие. А, то есть у нас, оказывается, Эль Прима самый такой. Барли, на самом деле, почему он более редкий? Ведь его можно... На самом деле, получить просто бесплатно. Просто бесплатно, друзья. Итак, давай посмотрим, за кого мы сегодня поиграем. А, хотел сказать, друзья, то, что ранг 14, да, это жопа. Это жопа, пацаны, серьезно, я уже попробовал. То есть многие бадхертили игру. Я на 100 кубках, на 200 кубках еще более-менее, на 250 кубков уже что-то такое началось. Жопа начала пригорать. И сейчас у меня жопа еще больше пригорает, поверь мне. Так, 260 кубков. Так, давай, погоди. Значит, захват кристаллов. Мы можем также своих друзей, братишек в клане. У нас есть клан, у меня есть клан, как бы все дела, общение. То есть вот клуб. Сейчас, секунду. 100 из 100. Кстати, смотри, Влад в сети 1 час. Друзья, если что... Если у вас нету 3-4 дня, я, если что, выгоняю. Потому что много, оказывается, желающих просто. Так что, ну, заходите, как бы. Потому что можно спокойно с телефончика заходить. 3 часа. Сейчас еще просмотрим один день. Ну, один день, ладно, нормально. Виталик. Блэд. Блин, вот эта приписочка, она действительно прикольная. Папуасы. Так. Сейчас, друзья, я много говорю. Проблема в том, что у них крутые ранги, а я еще не докачался. Мне потихонечку надо, видишь... Так, давай, наверное, возьмем Ниту. Она действительно прикольная. Кстати, в магазин стоит зайти, чтобы купить вот. 90-го! Не, ладно, я передумал, потому что нам же деньги, по идее... Ну, посмотрим, что там выбрать. В общем, погнали, пацаны, вперед. Так, я немножечко уже разучился, поэтому, ну, имеется в виду на эмуляторе. На смартфоне нормально идет. То есть, помните, говорили, что на эмуляторе вроде как проще. Нифига, пацаны. Так, начинаем аккуратно. Надо скрываться. Осторожно, Игорь, тезка. Здорово, братишка. Так, минус один, Игорек, дай мне пузырек. Так, главное, что мы с тобой медведика высрали из одного маленького... Так, хоп, минус один. Степаныч, красавчик, уничтожил. Хотя думал, я хоть уничтожу. Ну ладно, Степан. Опять Степан, да хорош, блин, килы воровать, Степаныч. Да ё-моё, Степаныч, да хорош, блин. Ты чё, блин, Степан, творишь-то такое? Так, сейчас немного отходим, друзья, чтобы хп немного подлатать. Все дела там. Так, давай.
сейчас аккуратно немножечко надо подойти. Я использую, в принципе, быструю атаку. Так, Степаныч, красава. Блин, Степаныч, ты надоел, блин. Ты все воруешь. И кристаллы воруешь, и это. Степаныч, хорош, завязывай. Пожалуйста, умоляю тебя, бро. Так, минус, отлично. Сейчас минус мы. Это по-любому, потому что видишь... конечно, о, красавчик, Игорек. Молодца, молодца. Степаныч, я тебя сейчас убью. Степан, чё ты мутишь? Все, хоть одного еще убил, друзья, забрали, хлопнули. Так, сейчас ждем еще гостей. Это были очень легкие, такое чувство, что боты. Хотя у нас тут 12 ранг, как бы на нити, она неплохая, она довольно неплохая. Звездный игрок. Нормально пошло. Зашло. Звездный жетон мы с тобой получаем, плюс еще опыт. Воу, новый уровень, 60-ку мы с тобой получаем. Сегодня, конечно же, я тебе обещал. Так, нормально. Тысяча кубков, блин, пацаны. Надеюсь, ты поставишь лайкос, потому что, ну, для меня это многое значит. Сегодня, кстати, большая игра. Охотничий отряд, что-то это крутое. Мне хочется, на самом деле. Так как мы сегодня не открываем много кейсов, это будет... Я все открою именно в следующем выпуске. А следующий выпуск, наверное, сегодня выйдет. Так что... Поддерживай, бро. Забрать боец Джесси. Итак, мы с тобой забираем бойца Джесси. Джесси, награда пути к славе 4 из 9 бойцов. Шоковая винтовка Джесси выстреливает энергосферы, отскакивающие от врага к врагу. Ее суперустановка милой, но смертоносной турели. Отлично. Так, ну, блин, это прикольно. Я, конечно, хочу обязательно 50 монеток мы с тобой. Еще также у нас силу есть. Мне, в принципе, нравится, слушай, прокачивать Ниту. А мне неплохо очки получать Нита. Пусть получит, действительно. И теперь большой ящик. Ну что же, давайте посмотрим. Хоть бы там что-то сверхредкое. Большой ящик, жми. Ну! 55 монет, для Була 8 очков, для Барли 11, для Пока 12, кстати, сила, отлично. И удвоитель жетонов, ух ты, вот это супер круто. Сейчас мы с тобой еще 50-ку забираем. Пожалуйста, что там будет? Так, ну ладно, понятное дело. Ну тоже неплохо, командное событие. Итак, новое событие, ограбление пит-стоп. Ограбление? Вау, это круто, но это мы уже в следующий раз, конечно, посмотрим. Так, забрать еще для Ниты, да, я заберу для Ниты. Слушай, как ты заметил, о, улучшение идеально. 50 монеток, 10 билетов и боец Брок. Сегодня мы аж два бойца, и мы с тобой еще... Ну, не, мы, наверное, не будем ящики сейчас. Брок, награда взрывная ракета. Брока летит на большую дистанцию. Его супер сметающее укрытие дождь из баллистических ракет. Вау. Это круто. Так, новый рубеж, ящик, доширак. Так, сейчас мы с тобой, главное, посмотрим захват кристаллов. Так, мы в него поиграли. Можем, конечно, еще раз проверить. Ай, еще один открою ящик. Хочу, пацаны. Ну, если... Да, блин. Кольт. И посмотри, сколько у кольта главное. Блин, давай улучшим, наверное, Ниту. Так, 140 это аж. Но что не сделать, как бы, испытать. 130 дальше уже надо будет нам тратить. Это что-то слишком затратно, я тебе скажу. Захват кристаллов, так, столкновение, двойная проблема, но одиночно это не очень, как бы можем, давай сыгранем быстренько так. Тен-тен-тен, сейчас только самое важное, бой на выживание, друзья, каждый сам за себя, главное, чтобы в эмуляторе не зависло такая вот фигня, ой, везучий случай. Вот проблема... Проблемы, пацаны. Не, ну как бы невезучий случай, потому что он второй, и мы минус 2 кубка, да, теряем. Минус 3. В смысле, минус 3? Уже минус 3? Не, я слышал, с какой-то там уже начинается, что... Ну, я про это говорил. Так, короче, ограбление пит-стоп. Погнали, пацаны, ладно, пошли. Я, если честно, не знаю, что это за ограбление. Очень интересно посмотреть, что там сейчас будет. Взломай вражеский сейф.
Ух ты, вот это круто. Оно 2. Итак, 45 тысяч... А, взломай сейф врага и защити свой, собственный. Так, видим, к сожалению, не очень доброго, замечательного. Оно так. То есть здесь как-то придется, пацаны, аж вот, смотри, как сражаться. Бля. Ракета прям в меня. Так, ладно, ладно, собрались. Собрались, пацаны, собрались, собрались, собрались. Ой, нехорошо, нехорошо, да как. Так. Сейчас надо, конечно, аккуратно. Можем вот сюда вот, в эту пуляем. Отлично. Так, красава, красава. Тима, блин, за кого... Да блин, да что ж ты я делаю вообще? Чего я еще мучу? Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Давай немного отойдем. Немного придется отступить. Знаешь, есть такое. Чтобы сделать большой шаг вперед, надо сделать шаг назад. Непонятно, куда это идет. Арагона, давай мы с тобой хлопаем. Отлично, хлопнули. За растение прячемся. Прячемся за растение. Отлично, у нас уже 40. В смысле? Что за фигня? Почему у них... Так, нам надо накопить супер. Обязательно. Обязательно копим супер. Так. Так, минус. Хлопнули. Тихо. Погоди, сейф пока... Так, минус хлопнули. Отлично, друзья. Так, медведик пока там у нас, так сказать, прочищает. Мы с тобой вот так вот делаем. Медведя запускаем. Минус. Медведь красавчик, просто медведь красавчик. Ты понял, для чего нам медведь? Так, ну тут нас хлопают, конечно. Так, сейчас самое важное, друзья. Фу, выиграть, 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 выиграть. Так, отлично. Красавчики. 22, так, 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 так. 19, 18. Главное, медведь, чтобы, знаешь, что-то хоть сделал. Но он что-то, не, он отвлекающий маневр, конечно, сделал. Так, у них... В смысле, у них 72? Чуваки, ну, ё-моё, ну... Профукали, профукали, это мой первый раз, и мы просрали. Да, к сожалению, видишь, но... Если брать, конечно... Так, события, еще жетонов... Воу-воу-воу-воу-воу, блин, мы сейчас накопим дофига, на самом деле. Короче, самое прикольное... Так, ограбление пит-стоп, да, захват кристаллов. Вперед, вперед, друзья. Пам-пам-пам. Так, найден игроков 6 из 6. Давай, начинаем с тобой. Все, почесали, почесали, друзья. Так, кристаллы есть. Аккуратно сейчас хлопай. Отлично. Хлопай, хлопай. И взлетай. И зажигай. Вот единственное, что турельку вот эта штука бросает, а мы с тобой хоп, вот так вот, например, сделали, да? Опа, она уже вторую установила. Прикинь. То есть она так быстренько сделала. Слушай, что это за боец такой интересный, кулаками такими машет? Мне это понравилось, слушай, мне понравилось, понравилось. Что за... Так, вот самое важное, конечно, друзья, блин. Если я... Так, ну хоть медведь будет. Медведь сейчас может ее хлопнуть как раз. Или мы ее хлопнем. Минус. Так, забираем наши же кристаллики. Осторожнее идем. Блин, прям на это прием. Молодцы, молодцы. Медведь, кстати, вообще красавчик. Смотри, что он делает. Ну тут танкует. Все, обратный отсчет пошел. Мы с тобой отходим. Минус. Отлично. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Обосрались, обосрались. Хотя до этого мы с тобой нехило обосрались. 2, 2, 2, 8. Красавчик. Красавчик, братишка, отлично сыграли. Жетоны в награду. И еще плюс вот столько жетонов, 80, о боже, мы дофига зарабатываем. Так, короче, кого мы с тобой новый брок? Брок, брок нам доступен, брок. А брок, на самом деле, что-то вот я брока...
Большая игра. Конечно, интересно, что за большая игра, потому что, ну, блин, событие заканчивается. Так, через сколько? Через один день 15 часов, пацаны. Блин, ну мы посмотрим. Я думаю, чуть попозже, ну хотя бы посмотрим. Короче, 0 кубков у нас на броке. Надеюсь, он сейчас задаст жару. Так, попо. Все, начинаем. Погнали. Я, если честно, никогда не вот у нас там красавчик этот. У него какие-то самонаводящиеся, что ли, ракеты? Нет. Вау, это, блин, надо было стрелять сразу. Ну, слушай, он круто. Так, мы друг друга поубивали. Ладно. И такой, знаешь, здоровенный. Короче, погнали, друзья. Я, правда, уже сейчас немного поел. Два боя проиграл. Я не буду это вставлять, потому что это просто капец. Пацаны, короче... Ты заметил, да, с какими мы теперь играем? С какой-то... Господи, кто это? Ой, нифига, я вразнешь! Нормально, деда, динамайка этого. Нормально, мы его разнесли. Так, минус еще один, офигенно. Так. Тащим. Твой третий! Ой, я ж тут наплевал в поп-фильтр. Но для этого поп-фильтр, наверное, и нужен. Ох ты, бомба какая. Убили деда и могли еще одного забрать. Слушай, это супер. И у нас еще есть-то эта штука. Но мы зря это сделали. Окей. А что, собственно, вообще происходит? Динамайк, ты куда? Офигеть, это просто мощно! Это просто мощно сейчас, друзья, у нас было. Так, минус еще дед. Нет, динамайк, в принципе, против... Здесь, в этом бою было много и потрясений, и поражений, и, блин... О, боже. Брок крутой. Очень-очень крутой. Так, 60... Слушай, блин, следующая серия будет мега крутой, как я понял. Так, уже 16. И мы с тобой сейчас еще немного поиграем, посмотрим, что будет. Пацаны, короче, погнали, сейчас мы с тобой посмотрим. Звездные жетоны, к сожалению, у меня закончились. Так, сейчас, секунду. Давай возьмем кольта и... Сейчас, секунду. Что у нас? Столкновение, давай. Короче, друзья, сейчас я беру кольта и одиночное столкновение, потому что я попробовал в ограблении, это нереально. Вот сейчас мы еще раз попробуем после вот этого, потому что... Там большие, в общем, ранги, там надо, видишь, сколько, 1000, по-моему, 950 или 900 кубков, чтобы открыть. Ну и ты понимаешь, что же персонажи уже знают, как играть, то есть там не нубы далеко находятся. Так, окей, пока плевать, мы можем с тобой пострелять. Да что ж ты будешь делать-то? Коль-то стоит прокачать. Так, так, сейчас самое важное, чтобы быстрее отойти, потому что, блин, сейчас как другие подойдут. Так, осталось бойцов 7, кстати, между прочим. Ой, вот это жалко, когда, знаешь, тридцатка остается, и ты вроде как, ну, блин. Так, тихо. На быстрый? Вот я зря на быстрый ставлю. Надо же как-то это... Вот, давай как-то... Нифига себе, это вот эта вот кола, газировочка, она жесть что дает. Место 6. За кольта. Пацаны, так, давай. Ограбление. Видишь, его надо прокачать, потом уже что-то делать. Давай, отправляемся, короче, в ограбление. И сейчас будет жопа. Сейчас будет жопа по-любому. Видишь, у нас тут такие морды, блин. Пельмень, друзья. Давно не кушали пельмени. Так,
Тихо. Пацаны уже идут. Пацаны уже капец там идут. Ага, пацаны уже пришли. Пацаны меня убили. И сейф спокойно. Ну, пока еще не забрали, но... Тихо. Вот. Давай. Забираем. Отлично. Сейчас, ребята, надо нам... Все, чисто сейчас сейф пасем. Ну, чуть-чуть хотя бы мы ему нанесли. Сейчас 88 на 88. Окей, отлично. Кольт, это очень крутая штука, но... Пельмень, давай, прикрывай, братан. Так, кольт, давай. Минус. Все, мы сейчас можем с тобой чисто вот так вот. Идеально, друзья. То есть у нас всего, по-моему, четвертый ранг здесь, а мы с тобой такое мутим. Красавчики. Просто красавчики с тобой. Ну, главное, конечно, чтобы он, знаешь, так вот как-нибудь шел. Да, вот так вот. Так, 28 тысяч уже. Отлично, друзья. Я на самом деле удивлен, но это все от тиммейтов зависит. Я думаю, это все тиммейты. Вот пельмень это супер. Динамайк, красавчик. Вот, чисто сейчас просто вот так вот делаем, да и все. Вот так вот делаем, в принципе, нормально, да? Так. Сколько у них там уже? 40% всего. Вот мне интересно, конечно... Ух ты, гад, восстановился еще, смотри-ка. Ой, пельмешек, пельмень. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец, нас сейчас тут, сейчас... Ой-о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 й. Так, чуваки, 20 секунд. Так, красавчик, я что делаю? Все. Мы выиграли. Но... Жопу порвали. А у них, посмотри, сколько кубков. То есть, понимаешь, у них такие же ранги. Я почему-то думал, что у них какие-то ранги. Звездный жетон мы с тобой еще получаем. Просто жетончики. Мне офигеть, как понравилось, друзья. Офигеть, у нас 7... Посмотри, сколько здесь кейсов и сколько здесь. Офигеть, следующий выпуск, а это сегодня будет. И плюс, мы сегодня, кстати, друзья, я думаю, да, за Эль При мы еще там поиграем и выбьем. Это обязательно. Если тебе понравилось, обязательно ставь лайк. На этом все, бай-бай, дорогой браток.